к другим темам. Кому-то он нравится, кому-то не очень. Кто-то его ругает, а для некоторых он почти святой. В столице с концертом побывал русский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий Петр Мамонов. В Чебоксарах он в первый раз приехал по приглашению благотворительного фонда «Время помогать». Я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь. Николаевич Мамонов – человек противоречивый и многогранный. Его творческая карьера началась в 1984 году с создания рок-группы «Звуки Му». Многие его знают по роли отца Анатолия из фильма «Остров». Помоги мне, пожалуйста, чтобы ножка никогда не болела и зажила. Врач Рабатова и Воева. Воздвигни его. И тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Господи, помоги Ванечке! После премьеры фильма «Остров» в 2006 году жизнь Мамонова изменилась. Его стали отождествлять с сыгранным персонажем и просить помощи. Сам же Петр считает, что не роль делает актера, а актер делает роль. Это просто я по своим вот мелким поводам, о которых рассказываю, там, пить бросить, курить бросить, я вот так же бился перед Богом. Так же я плакал, так же я падал, так же я рыдал. Поэтому мне это было ясно. На артиста роль не влияет, это сказки все. Артист влияет на роль. Дух творит себе формы. Есть такой духовный закон. То есть какого ты духа, такая будет у тебя и внешняя форма. А роль – это вот внешняя форма. На концерте Мамонова в Чебоксарах случайных зрителей не было. Кто-то пришел послушать его песни, кто-то получить ответы на вопросы. Я знаю его по фильму «Остров». Вот. Ну, знаю, что человек верующий. Вот. Поэтому я, наверное, больше пришел сюда еще познакомиться с его вот последними какими-то умозаключениями, которые он излагает вот в своих творческих различных порывах. Но у него такие философские все-таки фильмы более такие заставляют задуматься. И захотелось посмотреть на него как на человека. Насколько он интересен. Петр Мамонов оправдал ожидания зрителей. Его мощная энергетика передавалась залу. Актер исполнял свои песни, читал стихи и очень искренне рассказывал о жизни. Хорошее впечатление и, я думаю, много хороших, мудрых советов. По духу тоже исправлял. Был грешником, а сейчас исправляется, как бы кается, меняется в лучшую сторону, старается, пытается. Так же и наша такая же судьба была, что мы тоже раньше жили неправильно, сейчас стараемся жить по православным заповедям. Сам Петр Мамонов считает, зрители вправе принимать его или не принимать, хвалить или ругать. Главное, чтобы хотя бы один человек ушел с концерта счастливым. Алексеева, Павел Редков, «Республика».